С добрым утром, дорогие друзья! Рада вас видеть в это прекрасное, неповторимо сказочное утро на телеканале ТДК-42. Ну а с вами Айгуль Туружбаева и Олег Великий. На улице прекрасная, я бы даже сказал, сказочная погода, очень тепло. Поэтому, уважаемые телезрители, не проспите это замечательное утро, ну а мы постараемся поднять вам настроение. Ну а в ближайшее время мы, дорогим телезрителям, покажем рецепт необыкновенно вкусного завтрака. А также по традиции дадим вам несколько полезных советов. Не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно. Айгуль, сегодня 30 декабря. До Нового года осталось совсем немножко. Это точно, Олег. И поэтому мы всех телезрителей хотели бы поздравить с наступающим Новым годом и пожелать всего самого наилучшего. И пусть этот год будет таким же ярким, как эта птица. Пусть Новый год принесет вам много счастья, тепла, улыбок и добра. Я желаю вам в Новом году быть красивыми, здоровыми и успешными. Ну а впереди вас ожидает разминка, так что, дорогие телезрители, встаем и разминаемся вместе с нами. Доброе утро, дорогие друзья! С Новым годом, с наступающим! Вас хочу поздравить и пожелать вам самое главное – здоровья, удачи, счастья и успехов в Новом году! Ну, начнем. Шаг, два, три, колено наверх. Шаг, два, три, и шаг, два, три, колено, шаг, два, три, колено, шаг, два, три, колено, шаг, два, три. И еще один раз повторяем. Ножку выше поднимаем. В сторону, в сторону, в сторону. Ручки наверх, в сторону. Ножка продолжает двигаться в сторону. Вниз, вниз, вниз. И наверх. Два, три, четыре. Правой ножкой мах, левой. Только колено. Четыре раза наверх. Мах, 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 мах. Другая ножка, колено. Три, два, один. Повторяем. Мах, два, три, четыре. Колено, четыре, три, два. Молодцы. Один, два, три, четыре, колено, четыре, три, два, один, раз, два, ножки вперед, скрестный шаг, шаг, два, ножки вперед, вперед, скрестный шаг, два, вперед, вперед, еще один раз повторяем, два, вперед, вперед, два, три, четыре. Восстанавливаем дыхание, вдох и выдох. Всем пока-пока. Так как на носу уже практически новый 2017 год, мы решили показать вам рецепт пряничного домика. Он обязательно вам понравится и придаст торжеству новогодний декор. Thank you.
Айгуль, совсем недавно в областном казахском драматическом театре уже состоялась главная елка года. Замечательно, Олег. А вот что подарили детишкам, посмотрим и в следующем сюжете. Многие собравшихся детей целый год ждали именно этого дня. Попасть на президентскую елку и получить подарки от главы государства мечтают многие. Все они были приглашены на новогоднюю елку по приглашению президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Но в этот день все они переоделись в разных героев. Здесь собрались как принцессы, мушкетеры, герои журнала Marvel, так и зайчики и феи. Сама праздничная программа началась с хоровода. Поздравляем всех с Новым годом! Желаю счастья, здоровья, чтобы все весело провели этот Новый год. Спасибо директорам, учителям, президенту и акиму. Желаю всем, чтобы они весело провели этот волшебный Новый год. Для детей здесь выступали как маленькие талантливые исполнители, так и танцевальные коллективы. Потрясающие выступления показали юные таланты танцевально-хореографической студии «Art Dance». Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил всех детей, отправив видеообращение. Ну и весь год мы держались друг за друга, поддерживали и приходили друг другу на выручку. Дружба – это главное в нашей жизни. Помогая друг другу в добрых делах, помогая взрослым, вы растете и становитесь лучше. В завершении ребят поздравил и глава области Алтай Кульгинов. Слушайте своих учителей, старших, и помогайте друг другу. И тогда точно у вас будет все хорошо, и ваши мечты, пожелания будут сбываться. Если мы все будем неустанно трудиться, хорошо учиться, работать над собой. А для этого мы вам будем создавать все условия. С праздником, с Новым годом! Стоит добавить, что после завершения праздничного мероприятия дети отправятся в развлекательные центры, где им вручат подарки на сумму 80 тысяч тенге каждому ребенку. И эту сумму входит зимняя одежда, а также спортивный костюм и вкусные сладости. Ну а прямо сейчас, дорогие телезрители, мы покажем вам мастер-класс по изготовлению детской короны. А как ее изготовить, покажет несравненная мастерица Елена. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы сделаем на мастер-классе вот такую корону для девочек к новогоднему наряду. Для этого нам понадобится основа – ободок, эскиз, два кружочка, один побольше диаметром, другой поменьше, бусины, нитка с иголкой, фатин, фетр мягкий и фом. Давайте начнем. Нам понадобится фом. Из него мы вырезаем эскиз. Чтобы не оставалось следов, мы ручку не берем, берем острое что-нибудь, например, ножницы, и обводим. Теперь мы нашу корону вырезаем. Из цветного нам понадобится вот такая вот основа короны и вот такой один круг. Из мягкого нам понадобится один круг меньшего диаметра. Нашу корону мы между собой склеиваем. Далее мы берем мягкий фетр, складываем его пополам. И делаем два разреза. Вот так у нас должно получиться, как пуговица. Далее мы берем ободок. Вот так у нас должно получиться, чтобы корона у нас держалась. Далее нам понадобится нитка с иголкой и фатин примерно сантиметров. Ну, чем больше, тем лучше. 50 зависит от пышности, какую вы хотите юбочку у короны. Фатин мы собираем на нитку в виде гармошки.
и стягиваем его. Такая юбочка у нас получилась. Теперь мы эту юбочку клеим к нашей основе. Далее мы приклеиваем корону к нашей юбочке. Теперь мы берем наш блестящий круг, наносим на него клей и клеим в нашу серединку. Теперь мы нашу корону немного украсим бусинами. Клеим полубусину. И к ней же клеим вторую. Край наш закрываем. Далее мы проделываем все то же самое со всей короной. Теперь мы полубусинами закроем наш шов. Наша корона готова. С вами была я, Елена. Новогодний декор в скандинавском стиле – это недорогой, а главное оригинальный способ придать вашей комнате праздничный вид. А вот о том, как сделать новогодний декор из веток и деревянных игрушек, вот мы и посмотрим в следующем сюжете. Ну а прямо сейчас, дорогие телезрители, вас ожидает полюбившаяся рубрика «Женские секреты», которая раскроет все секреты к Новому году. Сегодня в нашей рубрике «Женские секреты» у нас в гостях нумеролог Айгуль Акбаева. И мы обсудим очень интересную предновогоднюю тему. Айгуль, подскажите, пожалуйста, вот нашим дорогим телезрителям очень интересно, что ожидать в 2017 году? Ну, прежде всего, 2017 год, для того, чтобы его правильно встретить, нужно проводить 2016, да, потому что эти два года между собой очень сильно связаны. 2016 год, он заканчивает магическую девятку, то есть наша жизнь циклична. И вот 2016 год, он последний завершающий в цикле, в девятом, в девятиричном цикле, а 2017 будет первый. Соответственно, когда что-то завершается, оно, ну вот, такое ощущение, что энергии маловато, дела не продвигаются, ну, все идет на убыль. И сейчас вот как раз самое время, чтобы подготовиться к этому году новому, в котором будут для многих людей очень много изменений. Год, который
несет в себе цифру 1. А единица – это вот, ну, говорит сама за себя. В этот год можно будет делать много изменений в плане перемены жилья, там, вступления в брак, закончить отношения надо в 16 году, начать новые отношения в 17 году. Можно сменить работу, можно там расширить жилье. Ну, в общем, все, что несет в себе начало, это вот 2017 год. И если посмотреть, можно даже сравнить свою жизнь. В 2007 году он был похож на 2016, а вот 2008 год будет похож на 2017. Если вы вспомните прошлую свою жизнь, то в 2008 году наверняка у многих были большие изменения. Так вот, 2017 год вот, очень активный год. То есть он тоже предвещает некие изменения, очень глобальные, ко всему прочему. Ну вот, зависит от того, как каждый к этому году подготовится. Ну, в любом случае, вот, будет время перемен. И перемен очень хороших и активных. Хорошо, спасибо большое, Айгуль. Я думаю, что наши телезрители это учтут и делают какие-то небольшие перестановки в своей жизни. Айгуль, совсем недавно у нас в городе открылся итальянский ресторан «Мама Мия». Скажи, ты уже успел в нем побывать? Как тебе их кухня? Да, конечно, Олег. Я хочу также сказать, что я была во многих ресторанах и даже за рубежом. Но «Мама Мия» бьет все рекорды. Очень вкусно. Кстати, тебе советую также побывать. Я обязательно схожу. Сейчас мы находимся в итальянском ресторане «Мама Мия» и попробуем ознакомиться с меню. Сегодня я выбрала филе из говядины, так что давайте попробуем. Спасибо большое. А будьте любезны, позовите шеф-повара. Здравствуйте, Роберто. Это филе из говядины, обжаренный в сковородке, чуть-чуть белое вино, горчица, сливки и красный и зеленый перец. Готовится могу medium, medium well, скроп. Рейр на ваше желание. То есть на мое усмотрение. Да. Это медиум с чуть-чуть кров. А сложно ли приготовить это блюдо? Не сложно. Готовиться нужно только сердце. И все. И с душой. И души. И все. Ну, сейчас мы оценим. Пожалуйста. Говорят в Италии, буонисимо, очень вкусно и замечательно. Так что, дорогие телезрители, обязательно приходите в итальянский ресторан «Мама Мия». Айгуль, я хочу заметить, что сегодня ты выглядишь просто шикарно. Спасибо большое, Олег, но все-таки это заслуга Центра эстетики и омоложения «Мерлил». Кстати, советую. Чтобы неотразимо выглядеть на изысканном торжественном мероприятии или дружеской вечеринке, необходимо, чтобы макияж соответствовал образу и окружающей обстановке. В ярком или приглушенном свете званого ужина лучше всего будет смотреться вечерний макияж. И именно его нужно сделать, собираясь провести вечер вне дома. Чем же отличается вечерний макияж от повседневного? Вечерний макияж предполагает использование более ярких красок, более сильных контрастов, более четких линий. Поэтому он эффектный
и всегда притягательной. Для того, чтобы суметь нанести яркий, но в то же время искусный макияж, необходима практика и, конечно же, опыт мастеров. Приходите в Центр эстетики омоложения Мерлил, и наши визажисты подберут для вас подходящий образ и оттенки. И вы, безусловно, засияете на званом ужине, корпоративе, либо вечеринке, и будете роскошны и неотразимы. Мы находимся по адресу ТРК Сити Центр, первый этаж, или звоните по телефону 30 10 10. Ну а наша передача подошла к концу. Уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся, но ненадолго. Увидимся уже в следующем году. Проводите этот год достойно. Ну а в новом я желаю вам всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, любви и всего самого-самого прекрасного. И пусть ваши мечты сбываются. Независимо от ситуации в прошлом, сегодня овны смогут наладить и вернуть отношения с любимым человеком. Если у вас есть любимый, вы забудете о ревности и всех беспочвенных обвинениях. Сегодня у тельцов есть большая вероятность денежных бонусов и сюрпризов. Ваш доход может заметно подрасти, можно будет даже отпраздновать это событие. У близнецов же коллеги по работе могут находиться в плохом настроении, поэтому ваша задача – приободрить их. Просто выслушайте, что их беспокоит. Иногда это вполне достаточно. Раки могут найти способ получать доход от своего старого хобби. Окажется, что на ваши навыки существует хороший спрос. Осталось только предложить свои услуги. Львы могут захотеть начать капитальный ремонт у себя дома. Причем всем вы будете заниматься сами, без посторонней и специализированной помощи. Сегодня ваши пожелания и требования могут быть услышаны руководством. Достаточно как следует подготовиться и придумать нужную речь. Сегодня весов могут посетить дальние родственники. Постарайтесь быть более радужными, даже если они мешают вам воплотить ваши идеи и планы на день. Скорпионам придется участвовать в коллективной работе, причем вы будете в роли подчиненного. Придется принимать все, что вам говорят, как ультиматум, и стойко переносить это положение. Сегодня у стрельцов в первой половине дня могут ожидать незначительные трудности. Возможно, поломка автомобилей или километровые пробки. К счастью, после обеда все будет функционировать так, как должно. Сегодня Козерогов посетит просветление. Возможно, некоторые окружающие люди не те, за кого себя выдают. Есть вероятность, что кто-то из друзей распространяет про вас слухи. Нужно потребовать извинения от этого человека. В этот день водолеи могут быть недовольны поведением своих родственников и близких людей. Если у вас есть дети, они будут отличаться непослушанием и небрежностью. Сегодня рыбам придется общаться с очень навязчивым и мелочным человеком. Хуже всего, что вы будете вынуждены слушать его утомительные истории.